Два дома на Новосадовой преображаются буквально на глазах. Старые фасады панельных многоэтажек с отвалившейся местами плиткой приобретают небесно-голубой цвет. Но основной плюс для жителей даже не во внешнем виде дома, а в утеплении фасада. Подрядчики работают с современной минеральной ватой, которая обеспечит комфортный микроклимат в квартирах. Люди утепляли как бы пенопластом. Вот. Пенопластом не дышит, а утеплитель он как бы дышит и... Соответственно, в квартирах грибок не будет появляться. Что стену утепляет, это тоже очень хорошо. Давно мы хотели утеплить, хорошо, что нам наконец делают. Начали ремонт этих домов в июне. Один планируют сдать примерно через неделю, второй – к концу сентября. Ход работ контролируют и сами жители, и представители регионального фонда капремонта. Теперь за тем, как в Самаре ремонтируют фасады и крыши по программе капитального ремонта, могут наблюдать все горожане. На сайте фонда открыли онлайн-фотогалерею. В списке дома, которые приведут в порядок на гостевых маршрутах по программе подготовки к чемпионату мира по футболу. А в этом году таких будет более 200, не считая объектов культурного наследия. Любой житель губернии и даже России может зайти на официальный сайт фонда капитального ремонта и просмотреть ход выполнения работ на любом доме, где производятся работы. Выражены данные подрядной организации, название, срок выполнения работ, а также размещены фото. На сайте есть изображение, как дом выглядел до ремонта, в процессе и после. Кроме того, подрядчики продолжают устанавливать и видеокамеры на стройплощадках, чтобы за ходом работ можно было следить в режиме реального времени. Видео с объектов тоже можно найти на сайте регионального оператора. Марина Кравцова, Константин Головин. События.